Всем привет, с вами я, Александр Светов. Сегодня я играю в игру Totally Accurate Battle Simulator Pre-Alpha. То есть, первой версии, то есть, шестой. Так как я был, уже все прошел, я ее показывать, наверное, не буду. Вы, наверное, в этом играли, или хотя бы от них слышали. В общем, ребята, начнем сразу с сэндбокса. В общем, ребят, мы можем потратить сколько захотим, когда это сэндбокс. Так, ладно. Давайте начнем с самого простого. Это простые игры, если есть монеты, расположены где-то на карте. Вот и здесь мы можем такие две команды. Так, ставим. Нам нужно сначала, давайте попробуем на каком пункте будет отбирать. И посмотрим, как это будет на камере выглядеть. Смотрите, вот наша игра. Подлетаем к любому игроку. И можем заметить то, что сейчас будут они убивать друг друга. Смотрите, видно начинает. И сразу команда Red побеждает. Дальше. Если вам надоело это, нажмем P, так вот наша машина все очищается, так как я почему-то не вижу того экрана. До конца, поэтому я ничего не могу сделать. Ладно, а теперь у меня давайте так, наспавлим здесь такое. И давайте против анимации такого вот. Так, посмотрим, как это будет. Смотрите, вот сколько наших. Точнее, я даже не знаю, на кого ставить. Так как это боксеры, они, наверное, профессионалы. Так как они не просто такие. Бывают не боятся боксеры, понятно. Так. Опять наши победили, то есть вот такая вот игра, очень интересная, то есть ставки, наверное, можно не ставить даже. Так, теперь попробуем, давайте с фермерами, давайте так поставим, давайте и пар вариант здесь. Все, начинаем. То есть, как я ставлю на карте, так они появляются вот здесь. Смотрите, барбарианцы, они с пайлотами, а вот фермеры, они с ними делают. И смотрите, вот фермеры, смотрите, там, знаете, заметьте, смотрите, вот какие скины у них красивые даже, можно их назвать. Ну ладно, так, ну, видно то, что мы проиграли, и точнее не проиграли, а вот победила команда Blue, то есть синих. Так, вот, давайте поставим вот эту вот команду, такая команда, вот, побольше сделаем. А здесь, наоборот, поменяем, и посмотрю, как это будет выглядеть. То есть, если ты сделаешь слишком много игроков, то немного игра начинает лагать. Это уже понятно. Так, у нас есть команда с таким количеством и другим количеством. Чем отличаются эти от других лучников? Те, если эти могут идти, то эти не могут идти. Точнее, они могут, конечно, подойти, но они не могут так прям ходить. То есть, даже разница есть. Может, это улучшено. Улучшенные. Так, у вас самое интересное футмены. Давайте сделаем футменов. Здесь шейдер. Так, видно, что футмены идут с мечами, видно, да? Так, а шейдеры у нас идут с танчиками. Да. И сразу понятно, что наша команда победит. Потому что она... Сейчас мы со всеми персонажами разберемся, со всей игрой разберемся, начнем играть по-настоящему. Так, это мы разобрались, теперь давайте отчасти. Можно нарисовать даже что-то. И давайте против одной машинки. То есть можем машину сколько хотите поставить, но это будет наоборот как-то не так. Так, мы видим игрока синей команды, который убивает игроков команды Red. Так, Реды победили, так как они своими луками, то есть смотрите, другие уже лучники, у них даже луки разные. Так, давайте дальше. Так, какая пусть будет здесь такая. Мы сделаем с катапультой. Две катапульты. Значит. Так, ладно. Вот, ну сразу видно то, что у нас есть пушка, а у них какая-то такая вот штука, которая стреляет какая-то чем. Какими-то стрелами, я не понял, что это. Так.
Так, ладно, мы это все поняли. Давайте теперь попробуем поставить три катапульта здесь. Давайте три катапульта здесь и три катапульта здесь. Посмотрим, что будет происходить на карте вообще. Мы создали. Сразу видно то, что, смотрите, некоторые прям подъезжают друг к другу и ищут позицию, чтобы стрелять. Так. Пока что, не знаю даже, какая команда выигрывает, наверное, пока что, потому что они друг к другу не попали, да. Попало, хотя я не понял, как это произошло, но наша команда победила. Ладно. А теперь мы создадим просто кулачные бои. Будет команда. Команда вот такая. Посмотрим. То есть, вот как-то так. То есть, вот смотрите, что они делают там. Какие правильные. Ну что это? Ну что это? Ну иногда, конечно, игра лагает. Ты там делаешь 100 на 100. Да, но... Короче, наша команда победила. Сейчас посмотрим, дальше что мы можем сделать. Давайте теперь сделаем, вот эту вот пушку. Давайте три пушки поставим. Так, так. А здесь мы поставим вот таких вот шелков. Что сейчас будет происходить на карте? Смотрите, вот наши пушки, которые мы поставили. То есть мы можем из этих играть. Точнее, это просто сэндбокс, то есть здесь просто и что. Так, да, никакие щитоносцы не смогут устоять перед пушкой. Да, конечно, они не падают, но все равно выживают как-то. Если вообще друг с другом прям будут одного. Так, нет. Они только отлетают, но они... Смотрите, там что взял уже своим щитом, блин. Вообще. Как это там бегает? О, это вообще без щита уже бегает. Все, он выиграл. Так, давай тоже. Остался один. Он так и не дошел, да. О, как стреляет. Вторая пушка, я даже не знаю. У него даже NPC нету. Так, ладно. А что будет, если поставить вот эти вот три пушки? И вот эти вот три пушки. Это будет на карте, я даже не знаю, что с ним будет происходить. Так, опять видите? Нету за третьей пушки никого, а она движется. Как так, я не знаю. Просто вижу, как будет. А здесь вообще... Вообще нигде. Смотрите. Но зато, где нет NPC, смотрите, как они круто. Вообще. Победили наших, блин. Ладно, сейчас попробуем еще что-нибудь сделать. Давайте сделаем две катапульты. И сделаем, давайте, ну, например, купоны. Так, давайте купоны будут. А какие еще? Тут тоже купоны. Какие? Давайте попробуем, блин. Да, видно, что команды, конечно, отличаются своим размером, но, видимо, это даже круто. Сейчас. Так, посмотрите, как они друг друга там убивают. Выигрывают, да я даже не знаю, какая команда. Да, вот смотрите, они сами себя убивают. Это вот что-то говорит, то, что сами NPC могут убивать свои союзники. Самый так, уже один щитоносец хочет разломать нашу штуку. Посмотрим, он держится, прям как персонаж. Ладно, кто у нас там остался? У нас остался один щитоносец. Кстати, можно здесь куда-то летать, то есть как хотите. Так, можно куда-то вниз. Можно даже под карту. Куда-то сюда. Тут можно сказать. Куда-то вниз. То есть посмотреть, что у нас под карты происходит. Там может быть куда-то подойти.
такая вот карта, тут ничего не будет. Так, что у вас там? Здесь, кстати, дом. Здесь я не понял, что ли. Так, в доме тоже ничего нету, я уже проверил. То есть здесь есть. Также я здесь нашел. Также я нашел здесь два лагеря. Лагерь Редов и лагерь Блу. А там у нас лагерь Блу. Почему они по разным командам, я так и не понял. Почему Реды лагерь синий? А Блу наоборот были команды, лагерь команды Ред. Так, ну все понятно, в общем, мы разобрались со всем. Горы непонятно, как сделаны вообще. Так как эта игра сделана в Unity, поэтому даже очень получается. Так, что мы будем делать? Я даже не понимаю, что садится. Этот вообще у нас просто так висит. Что, будет что или нет? Или уже все закончилось? Эй. Ну, видимо, я не знаю, что они сейчас делают. За щитами друг друга спрятались. Вот так вот, смотрите, что произошло. Это все игроки, которые... Так, ладно. Ну, что, там, заключили. Можно выйти сразу. Так, давайте покажем сэндбокс. Давайте попробуем... Это команда была. Блин, дрон не слова, а это ладно. Здесь тоже. Я даже сделал меньше немного. Смотрите, этих сколько, а этих сколько. Ну ладно. Я уже даже знаю, кто там. Кто вот так вот идет. Да, как-то они странно ходят, конечно. Но, ребят, это версия альфа, я даже не знаю, что они сейчас делают. Смотрите, вот, что у них там происходит. Вот эти вот футбол, которые идут. Что они делают? Вообще. Так, ладно. О, наш клуб. Так, ну, это кто-то уже убивали. Давайте теперь от лица давайте посмотрим. Так, да, их все разубили, и наша команда победила. Ну, смотрите, сколько у нас осталось там. Так, ладно. Ладно. Давайте поставим теперь обычных игроков в нашей команде. Там наша команда будет. И против... обычный. Ну давайте против обычной пушки. Одно. Такой. Обычный черный. Так, посмотрим. Давайте. Что сейчас будет происходить? Да, конечно, он едет как-то неправильно. Ну ладно. Мы посмотрим отсюда. Что сейчас будет происходить. Сидим в нашу команду, смотрите. И вот наша команда сейчас. Что там происходит? Оу, просто туда отлетело. Да, наши победили, в общем. Так, ладно. Давайте теперь еще что-нибудь попробуем. Давайте теперь поставим здесь дофига. И катапульт здесь поставим. Давайте поставим еще трех шейлдеров здесь. А у них трех пульта. Начнем. То есть, смотрите, вот наша команда и их команда. То есть, смотрите, вот какие они. Какие-то палки они, я даже не понял, что это. Стреляют, не понимаю. Почему-то это срывается. Ядра, камни. Так, наши футманы добрались до нас. Так, а где наши? Это нас. Самое главное, что понятно. Посмотрим отсюда.
даже не пойму. В общем, ребят, сейчас будут те самолеты, как я понял, будут заходить. В следующем выпуске я покажу. Игру я сейчас сниму. А, надо закатить. Ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео. И, ребята, если вам реально нравятся такие видео, такие вот игры, обязательно пишите комментарии, чтобы я выпустил еще одно такое видео, только со второй уже части. Ребята, вам понравится следующая часть, обязательно. Если набирается 100 лайков, я провожу конкурс, так как прошлый конкурс, который я проводил, конечно, очень даже круто закончился, у нас осталось не победителей, ребят. В общем, вот так как-то. В общем, всем спасибо, что вы посмотрели. В общем, всем пока.